Когда перед начинающим цветоводом встает проблема выбора подкормки для своего домашнего растения, многие обычно теряются. Действительно, в магазинах продается огромный ассортимент разнообразных удобрений, но, к сожалению, нет никаких гарантий, что в них не содержится какая-нибудь химия. Поэтому большинство любителей комнатных цветов предпочитают готовить средства для подкормки самостоятельно, руководствуясь народным опытом. В нашем сегодняшнем видео мы поделимся с вами рецептами подкормок на основе кожуры мандарина и банана. Когда мы едим эти сочные ароматные фрукты, мы просто выкидываем их шкурки, не задумываясь о том, что они могут быть полезны нашим растениям. Тем не менее, банановая кожура содержит массу ценных веществ, например, витамины, калий, магний, кальций, серу и фосфор. Они способны укрепить иммунитет вашего зеленого друга и простимулировать его пышное цветение. Одним из способов приготовления подкормки является использование подсушенной шкурки банана. Ее можно перемолоть в порошок и добавлять в почву при пересадке – 2-3 столовые ложки на 1 литр земли. Что касается мандаринов, их кожура богата витаминами А, Е, С, калием, натрием и флавоноидами. Удобрение на ее основе защитит цветок от болезней и простимулирует его рост. Сочетая эти два продукта, вы получите очень эффективную подкормку. Кожицу одного мандарина и одного банана нарезаем и заливаем 1 литром воды. Настаиваем трое суток, после чего процеживаем. Полученный раствор разводим с водой в соотношении 1 к 2 и поливаем цветы под корень. Землю в горшке необходимо предварительно пролить. В период цветения такое удобрение используем один раз в 2 недели.